Так, все. Так, все, без меня ничего не трогай. Все. Короче, здравствуйте, это канал Максимадзе и Андрей 2018. И мы снова играем в карту The Dropper 2. Продолжаем. Мы прошли первые. Сколько-то там уровней. Пятый уровень — это деревья. Че ты мне врешь, блин? А, девятый. Нет, мы пятый не проходили с тобой, иди сюда. Я пятый? Его включил первого вроде. Мы проходили этот уровень, это там, с деревом было. The three? The three — это дерево. Мы это прошли. Embryo, следующий уровень. А, вот сейчас ты узнаешь, что это за уровень. Да, Embryo. А я помню, я это проходил. Я случайно его активировал в прошлой. Да жмись, ё-моё, во. Короче, в прошлой серии я дико бомбил. Я долго-долго падал. О-о-о-о, тихо. Ой, меня всплывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жопа какая. Господи, попасть нереально. Нажимаем. И прыгаем. Еще раз. Зачем такой эффект здесь накладывает? Так, дальности и прорисовки не хватает. Ну вообще капец какой-то это. Прорисовки не хватает, я не вижу. Жопа какая. Тут туман. Я из-за тумана не вижу, куда падаю. А как-нибудь можно здесь обратно наверх улететь, если я что? Да, там будет черная кнопка. Черная кнопка. Вижу. Да блин! Да господи, классно, я даже вверх. Кстати, Андрей, ты гейммод-то выключил или нет? Погоди. Выключай гейммод быстро, блин. В прошлой серии еще я его говорю. Я такой думаю, а почему он ни разу не сдох? Почему у него ноль фейлов, сэр? Да ты, господи, пусть. А потом я угадал, что у него гейммод все это время был. Я такой, какого хрена, блин? Я 49 раз сдох, а он ни одного. Как это так, блин? Я не могу наверх запрыгнуть. Погоди. Давай выключай гейммод, играй по-честному. Нам такие игроки не нужны. Хорошо, я могу уйти. Нет. Всё. Нет, ты лучше гейммод включи. Блин. Господи, сейчас эта вся фигня закончится, где-то застрял. Гейммод отключи, я задолбал уже. Андрей, он не хочет, короче, выключать гейммод. Сколько бы я ему не говорил. Врубай гейммод эти, сколько раз еще говорить. Задолбал уже, серьезно. Врубай гейммод. Тихо. Ай, как я бы... Я на руку упал. Ну, наконец-то я в воду упал, все. И когда эта тошнота кончится? Так, тошнота 5 секунд. Так, погоди, я... Так, ты можешь встать там? А, вот я вижу тебя. Тошнота, ну и иконка. А почему у меня эффекты не отображаются? Все. Короче говоря... Короче говоря, это ребенок. Фу. Сам ты фу. Надо любить детей. Ну явно не такое изображение. Ну да, это инопланетянин, да. А что если он добрый? Че расизм-то сразу включаешь свой? Какой расизм? Расизм — это когда люди ненавидят другую нацию. Вот это называется. А ты сказал, ну в данном случае другой инопланетян. Цвет. Я нашел черную кнопку и буду прыгать. Сейчас, блин, я врезался в руку. Ай! Я не спал. Ладно, пущай Андрей играет с гейммодом. Уже хрен надо. Блин. Господи. Хрен его заставишь. Так, погоди, я сейчас пытаюсь прыгнуть. Я в глаз к нему забрался, у него там лестница в глазу. Где ты глаз нашел? Меня-то почти. Надо прыгнуть в голову ему. А, всё. А, нифига там прыгучесть. Так, прыгучесть 1-0. Всё. Вау, прикол. А, зашибись. Мы в ребёнке. Фу. Сам ты фу, бля. Ой, я нашёл сундук. Отлично, берём ананас, пихаем. Вроде бы там, да, вот из него.
Теперь наверх обратно лезть надо. Это шестой уровень, а алмаз только четвертый там. То есть мы первые два не клали, что ли, сундук в сундук? Ой, я алмаз в сундук. Я что-то не помню. Ну, наверное, это не важно. Там сундук ловушка. А это значит, что поскольку мы вытаскиваем алмаз, это как бы так, означает, что мы его взяли. Так, вот сюда нам надо. Так, а теперь как мне отсюда спуститься? Понятное дело, что никак. Так, где голубая кнопка? Вот она. Уровень пройден. Уровень пройден. А ты, кстати... А ты что, уже следующий, что ли, начал? Нет, я тут еще торчу, пытаюсь найти... Давай, я тебя жду. Там кнопка прям рядом с черной. Голубая кнопка. Черная. Так. Ну, сейчас я все эффектов накину. Все, полетели. А чё я не могу? А, вот сейчас двигаюсь. Во, полетели. Ты, кстати, заметил, что вот эти лампы на потолке странные? Да, я заметил еще давно. Не знаю, как он это сделал. Так, следующий командный уровень. Командный блок, как? Брейн. Мозг. Брайн. Брейн. Что, английский знаешь, что ли? Да. Брейн, мозг. Так, я падаю куда-то. Так, я жду, когда кнопка отлипнет после тебя. Куда я падаю? 54 раз Максимат сдох, Андрей сдох ни разу, потому что у него гейм-мод. Я упал. Который я не могу заставить. Сейчас я на несколько часов... Ну, кнопка, отлипай, я молюсь Богу, отлипай! Так. Всё, вот сюда вроде бы. Ой, сюда, отлипай. Да? 5. Сюда. Так, чанки вырубаем. А чё, а у меня циферка 5 встала, и всё, и не хочется. А у меня тоже. О, я, я чанки меньше сделал, и всё стало это... нормально. Ёкарный бабай Макс? Чё такое нафиг? Фуф. Брейн. Я даже на такой сложности смог. Прыгаем. Попасть. Зачем, не знаю, зачем вот эта плита всё время на уровне. Ух, ё-моё, это что? Я еле-еле смог увернуться. Ох. Я ни разу не сдох. Здесь скользко, здесь скользко. Да плевать, что скользкое. Так. Мы не можем так завершить уровень с пустыми руками. Жмем синюю кнопку, ищем алмаз. О, ты день включил? Что за фигня? Так, сундук. Так, придется и сундук тут придется поискать, конечно. Блин. Да блин! Так. Я хочу на сено прыгнуть, слышь что? Какое сено? Где ты тут сено нашел? А, это желтая шерсть. Желтая. Че падают там мимо постоянно? Ты даешь. Сено! Ну-ну! Солома, ладно. Я постоянно врезаю. Постоянно врезаюсь. Я постоянно врезаюсь. Не прыгай там, где ты стоишь сейчас, ладно? Я уже два раза в одно место попал. А? Классно, я вниз падаю. Да блин, скользко вот из-за того, что... Да давай ДПшкайся быстрее, или что ты там хотел? У меня... Не материться. Ох, как бы мне не забыть. Даже на гейммоде сейчас сдох. Да, прыгает еще. Вот где тут сундук-то искать? Вот это вот большой вопрос. Он где-то тут точно есть, но вот где это поискать надо. А как увеличивать? А, это же не форс оптифайн. Ё-моё! Это же не оптифайн, тут какой-то другой кнопкой увеличивать. Но какой надо в управлении смотреть. Может, она даже не настроена. Ой. Да, походу, высоковато до сундука, блин. И чё делать, как бы? Да ты, блин! Ну, чего я? А, я понял, куда, Макс, надо чуть отступать в эту сторону будет. О, видимо. У меня такое чувство, что туда нам надо. Потому что она какая-то здоровая. Ой, я выпал за карту. У меня один руин есть уже. Я один раз заруинил. Прикольно. Да, один раз ты наконец-то сдох, только потому что та это бездна. Так, погоди, мне надо вперед, наверное, прыгать, я думаю. Да, классно, классно. Я даже прыгнуть не смог. Я тоже. Сейчас командный блок не всегда ровно работает. Так, ладно. Да ё-моё, я падаю! А, я еще и... А я вообще выпрыгнуть не могу отсюда. Я тоже.
Я постоянно врезаюсь в потолок. Нет, а у меня прикол в чем? Я просто бац. Я сейчас упаду и разобьюсь. А что это? Да, ладно, я нашел сундук. Повезло, теперь... я застрял. Но надо разобраться, как попасть на эту горочку. О, да. Так, я застрял в самом верху, поздравляю. Да что ж ты застреваешь-то постоянно? А я откуда знаю? Ну я разобью сейчас. Я опять сейчас разобьюсь, не допрыгну до сундука. Как до сундука допрыгнуть? Прикольно. Да ё-моё, ну тут сопротивление урону заканчивается. Так. Ай, надо выше чуть-чуть. Надо чуть-чуть выше. Где-то примерно вот от этого блока надо попробовать прыгать. Прикольно, ну-ка. Да? Кто-то построил такое? Ай, а блин, да что ты будешь делать? Давай, давай, нет, я мимо. Ай! Я застрял в паутине. И, короче, я понял, от какого блока прыгать надо. Да я куда-то пропал вообще. Куда, в смысле ты пропал? Куда ты? Куда я ты не понимаю. По координатам я лечу в ад какой-то. А, надо еще на один блок туда прыгать. 2000 минуса у меня. Надо прыгать еще на один блок дальше. Сейчас разберемся. Так, стоп. От этого блока прыгать надо. Так, все, погоди. Первый мой ник вписывается, чтоб я к тебе попал, или твой? Чтобы ТП... Андрей Максимадзе, это что? Ну, чтобы ты ко мне ТП-шлся, напиши просто ТП Максимадзе. Ага, понял. Как же ты до сих пор этому не научился? Все, алмаз, я нашел, прыгаем вниз. Блин. Какая жопная карта, все, уровень пройден. Повезло, да я тоже завершу. О, кстати, а вот это мне интересно, а что там? Там это где? Иди сюда давай, ТП-шка себе быстрее сюда. Иду сюда. Подожди, а чё? А там чё? Чё ты из обсидиана? А, понятно, я вас понимаю. Да ничего нету там, короче. Это не обсидиан, это как его, Назерак. Там не видно ничего. Да и пофигу, давай пошли в следующий уровень. Так, а что написано на двери? Написайте все 16 алмазов, чтобы разблокировать бонусный уровень. И финал. Написайте. Так. Нажимаем уровень 8. Dimension Jumper. Dimension Jumper. Так, стоп, погоди. Какой? Восьмой ты говоришь? Восьмой. Да? Ну, на котором лампочка не горит. А. Ох, ё-моё. А, тут не совсем даже... А где ночное зрение-то? А чё, меня не ТП-шит, алё? А, вот. А, я понял, что здесь надо делать. Ё-моё, что делать-то? Короче, здесь надо вот так вот бегать. Как? Я чё-то не понял, как. А, Ускорение и бежать по стеклу. Да, я вас понимаю очень хорошо. Я падаю вниз просто. Я прошёл. Только здесь, только нужно ли, только здесь где-то тоже алмаз надо найти. Если бы я бы знал бы где. А скорость, она сколько будет еще? А, все. А, я понял. Вот это, наверное, плитка. Вот где тут искать я алмаз? Опять упал. Я не знаю. Ладно, я пошарюсь на этих. Может наверху поискать попробовать? Ну, тут нигде нету кнопки прыгать. Тут кнопок прыгучести я нигде не вижу. А я с первого раза пробежал до конца. Только вот надо найти сундук. Где сундук с алмазами, я не знаю. Так, здесь надо уметь. Я просто бегу, надеясь на то, что что-нибудь найду. А там в начале в самом нет сундука? О, Андрей начал бомбить, прекрасно. Настроение у зрителей поднимается. Надеюсь. Я не могу по прямой даже пробежаться. Так. Я с легкостью это сделал. С ночным зрением.
Так, сюда, плитка, плитка, плитка. Плитка, плитка, плитка. Скотина. Кто это строил? Пальцы бы ему оторвали. Я нашел сундук с алмазом. Только как до него добраться, я не могу. Я нашел синий блок. А где он? Но я до туда точно не допрыгну. Макс, ты где? Я тебя не вижу. Я прыгал по этим веревкам непонятным. Искал сундук с алмазом. Ты вверху или внизу? Уже все, нигде. А ты на какой веревке был? Я уже не помню на какой. Кошмар. Вон он. Вон сундук с алмазом. Да где вон он? Сопротивление. То вот ли здесь. Я дурак, то ли я вообще не вижу тебя где-то. Все, алмаз найден. И кладем его сюда. Вот... Подыхаем, а потом снова бежим. Ну хоть сколько-то раз Андрей сдох у нас. С геймодом, но сдох. 3 раза, Четыре. Не материться, я еще раз говорю. Что, блин? Ой, я случайно вышел в меню. Не завершив уровень. Алмаз найден, но уровень не завершен. Ой, а лампочка загорелась. Ты нажал, что ли, голубую кнопку? А не надо было. Я просто смотрю, лампочка загорелась. Ну ладно, я пробегу и сам тоже нажму. Ладно, какой там уровень дальше? 9? Да, 9, там уже следующая строка. Да, я вижу. 9. Все, я нажал голубую Beetle кнопку. Битлджус. Погнали. Так, я нажму раньше, чтобы у тебя кнопка отлипла. Так, ага, все, я на локации вообще. Так, нажимаю плита. О. Так, что у нас? Битлджус. Что-то, стоп, случаем это не тот Битлджус? Ох, ни хрена тут. Ай, блин. А случаем не тот ли Битлджус из Семейки Адамс? Не знаю. Так, вон туда. Здесь надо... Потно. Здесь надо... У меня получилось. Да блин, тут не так-то просто, блин. У меня получилось, только очень потно было. Очень потно, да. Я нашел какой-то тоннель, и чё, куда он... А, тут... Да блин. Блин, как сложно прыгнуть. А как здесь выпрыгнуть? Там как-то, ну можно по-любому как-то. 68 смертей у меня уже. Да господи, разгоняйся. За обе серии. Должен успокоить, не могу, нет, ничего. Ну и эту серию закончим и закончим сегодня тогда, наверное. На этом испытании, наверное. Не, еще рано пока, ты че? Только 20 минут прошло. Ну, если, конечно, мы после этого испытания, если мы так долго будем проходить это испытание, то, конечно. Я что-то понять не могу. А как выпрыгнуть-то? Нет, там можно как-то выпрыгнуть. Там. Я разбегаюсь и... По-любому. Да забор 1.5 блока. Я найду сейчас. И как только доберусь до туда. Да, ну ты, конечно, с геймодом, ты с первого раза, блин, проходишь. Я ни разу не ударился просто. Так неужели? Вот. Чё ты гонишь, блин? Чё ты мне врёшь-то? Не ударился ни разу он, ё-моё. Я не могу выпрыгнуть отсюда. Да помогите мне кто-нибудь. Ай, блин. Ну, скоро. Сколько можно падать? Я подыхаю всё время, не могу. Сам рубит. Так, да. Ещё раз. Ладно, последний раз. И я тебя вниз тпшу. А то мы сейчас это затянем очень сильно, этот процесс. С тобой. И видео выйдет опять по 2 часа. О, получилось. Получилось и... Так, здесь забор, через который не перепрыгнуть. Стоп, надо что, в другом месте? Здесь какой-то проход я видел только что. Стоп, вообще-то здесь два... Здесь что, 2 места, где проход есть? Так, я нашел голубую кнопку. А я нет. Я черную только нашел, Макс. А вот я черную не нашел. Сейчас как будем искать. Что-то не понимаю. Это не знаешь, как выпрыгнуть оттуда. Ну у меня забор, блин, впереди, перед глазами. Да. О, вот. Туда где-то туда. Блин, что нам что сюда? Нам надо было упасть, наверное, сюда. Стоп, погоди. Тут, ну а как по-другому сюда попасть?
Так, короче, я, наверное, сюда просто пролезу, сломав блок, потому что, ну, это... Я через другой блок. Господи, ничего не могу найти. Я сломал блок и прошел. А что, дверь? Блин. Да, блин. Стоп, я, кажется, понял, зачем это так. Так, я сейчас с вот этой мертвой точки прыгнуть попробую. А, угу, понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блин. И так-то просто сделать это, еб. Ну, кроме бабы, а. Так, вот отсюда. Господи, я хочу прыгнуть. Да... Ай-яй-яй-яй-яй. Я устал, уже не могу выпрыгнуть. Да, мы вторую серию записываем подряд, так что Андрей нас уже задолбался. Возможно, возможно, после этого испытания закончим. Да господи! Да блин, ну почему я врезаюсь все время в дырку? Блин. Как, стоп, погоди, как в нее выпрыгнуть? В какую сторону надо? Вот назад, если прыгаешь, стой. Опять ночное зрение у меня нету. А, ты уже сам сделал его. Чего? Так. Классно. Да блин. Да блин, не могу до сундука допрыгнуть. Я вижу сундук, но не могу допрыгнуть до него. Спокойствие, только спокойствие. Как говорил Карлсон. Да блин. Да, не дает покоя эта карта. Да господи. Да. Это у тебя кто-то кашляет? Да. О, а я да не могу до сундука допрыгнуть. А где он там находится, что ли, вообще? Ну там через пару этажей. Так классно, у меня ночное зрение заканчивается. Эй, а почему у меня прыжок не дали? Оп. Чё-то прикола не понял? Как прикола не понял? Да. Класс, как обычно. А чё я завис в воздухе? Вот сюда вот мне, да. Да блин, ну потолок все время врезаюсь. Как это строй? Пальчики отломать. Да господи. Да блин. Потолок постоянно врезаюсь, это надоело уже. Нельзя. Ну-ка. Да блин! У меня уже башка начинает болеть. Я уже тоже задолбался врезаться в потолок. Мне кажется, это. Да давай, ну! Я не допрыгиваю до сундука. Давай, 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 есть. Фух, все. Так, блин. О, повезло. Все, я достал алмаз. А, его я забыл его в сундук Эндера положить. А где кнопочка подтверждения того, что мне повезло? О, ночное зрение сейчас закончится. А завершение где нажимать? Где? Короче. О, нифига себе звук какой. Короче, давай сюда тут. Тут можно через сюда прыгнуть. Тут безопаснее, да, наверное? О, кто выключил свет, скажите мне, пожалуйста. Даже свет у меня. Кто такая Света? Свет, я сказал, кто выключил. Так, вот она, голубая кнопка. Я жмякнул, и все, уровень пройден. Ура. Я бы еще один уровень прошел, но Андрей нас задолбался уже. Ну, на третью часть, смотри, сколько будет материала. Аж 7 уровней. Да, наверное, в 4 эта серия уложится. На сегодня все. С вас лайк, гос, подписывайтесь на нас, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.